Всем привет, дорогие друзья, с вами Шивер, мы играем в Mafia City. Ее очень много рекламируют, всякое типа там ты пытаешься что-то вылезть, что-то сделать. А по факту это РТС, ребят. РТС, обычный РТС, ничего здесь необычного нету. Вначале вам сейчас просто покажут, типа того. Строим лагерь. Вот. Необычного здесь ничего нет, просто очень много рекламы, ну неправды, неправда вообще. Вот, мы сделали, они типа бегут на помощь. Обычный РТС. Сейчас, возможно, мы с вами найдем, может быть, ничего необычного. О, мало чего от обычного. Атака. Ничего. Когда ты заходишь в игру, тебе пытаются сделать что-то самое классное, что есть в игре, чтобы тебя как-то удержать. Что ты заходишь, такой, типа, блин, РТС, за что за говно, чё, боже. А, потренировать 10 бандитов. Они, типа, вот я тебе покажу. Эти что, 10 бандитов? Боксировать, блин. Ладно, треба построить один лагерь стрелков. Построим. Тоже стрелков нанять, я так понял. Ладно, возможно, что-нибудь интересное. Посмотрим, как тут бои проходят. Ну, по факту это не такая фигня, типа, как выбраться из тюрьмы, найди выход. Это все реклама. Реклама, тупо реклама и все. Получить награды. Вступить в клан. Вы только что вступили в клан. Как насчет того, чтобы представиться? Братья, вместе вам по непогручу покажем все равно, что вы для сильнейший клан. Здесь можно идти на основную информацию. Здесь окей. Здесь кого-то. Вы можете репортировать своим. Имеет смысл. И сейчас. Blowing welcome. Там типа пишут. Чуть. На него. Окей, хорошо. Улучшить виллу. У нас не замок, у нас вилла. Можно ее улучшить. Дам даром до 5 минут. Босс, ваша вилла достигла второго. Хотите посмотреть, что находится? Куда? Предметы. Использовать. Всевозможные ускорения, как обычно, ничего такого. Вот. Улучшить виллу до второго. Теперь у нас такая. Босс, увеличиваешь симпатию малышки. Вы сможете открывать новый навык. Давайте посмотрим, как можно увеличить симпатию. Нужно где спрятан бриллиант. Будьте внимательны. Начать. Если, блядь. Как я, блядь, могу впрятаться в бриллиант? Как можно? Так, ладно, свидание. Чёрт. Босс, вы уже на свидание сегодня, отдохните. Чёрт. Чёрт, блядь. Чё за говно? Так, ладно. Центр инвестиций. Построить. Босс, я ваш личный секретарь. Здесь мы можем инвестировать в хорошие ресурсные базы. Расширить квартал. Инвестировать. Все, пока у нас 30 секунд идет. Продолжайте к какому-то зданию. Построить. Раздайте топ-5 самых популярных игр этого года. Так, ладно, что у нас сделано? Получается. Ага, здесь дорожный центр. Все, давайте дорожный центр мы улучшим. Нам тоже дают какие-то определенные ресурсы даром. Вообще можно улучшать и улучшать, если честно. А не даром, ты какого-то там времени. Давай, все даром. Money is set to wales. Так, что у нас там надо? Карго.
построить карго. Это как раз нам будет еще. А улучшим его до третьего, что ли? С ударом. Давай-ка. Теперь что у нас? Лучше двух карго, лучше стену до второго. Стену. Ну, здесь улучшается. Интересно, знаете... Вы можете навещать Диану время от времени. Она точно сможет предложить вам помощь в чем-нибудь. Получить. Очень симпатию для открытия наук. Производство. Чё, блять, может быть. Просто дает нам награды за онлайн. А, пошла на жопу. Улучшить виллу до третьего. Кстати, там уже эти... Видишь, уже босс VIP игроки могут бесплатно ускорять более длинные времена. А при повышении уровня VIP можно получить еще полезный. Знаешь, что такое VIP? VIP, VIP это бабосы, ребят. Уже выкачивание денег просто на пятой минуте у меня. Хорошая Сильвия. Характеристики. Для улучшения героя вам нужен опыт. Улучшить. Ага, все понятно. Звезды. Идем. Фрагменты, источник. Получается. Тоже какие-то задания, преступное намерение. Нужно просто задание выполнять и все. Оливия, Сильвия, Брент, Фигент. Все это выполняется за определенную... О, награда. Награда. Здесь тоже награда. Все. О, построить клуб. А куб у нас бабосы, что ли, типа тоже? Он бабос. Что это такое? Атака. Атака. Давай, атака. Вон они опять тут. Чё, Виктори? И чё? Так, можно улучшить, лечить. А... Некоторые из наших бойцов умерли в бою. Так, что у нас построить клубов? Построили, улучшили. Клуб до второго. Теперь построить второй клуб. И когда же закончится эти построить? Все, вот это вот, знаешь, как вот... Давай до третьего, что ли, улучшим. Что, можно даром? А, просьба о помощи. Помогла мне, помогли ускорить. Давайте получить. Использовать. Все, мы ускорили, получили даром. Можно вот эти ускорения, которые дают нам, просто использовать и все. Кто играл подобные игры, это будет для вас что-то новое найти в этой игре, что-то интересное. Возможно, вы здесь на ней остановитесь, ну, не знаю, как бы это РТС, ничего такого как бы в ней нету. Улучшаю за денежки, за всю фигню, что здесь даром. Радар. Что здесь радар? Сведения. Какие сведения? Вас никто не атакует. Понятно. Нам надо еще... А, радары, блин. Ресторан. Ресторан, радары. До второго. Что у нас ресторан здесь? Задание. Мы можем просто взять, улучшить лизер до уровня. Идти. Это вы мне объясняете после того, как я уже все награды забрал. Молодец вообще. Ты тормознутый еще та. Так, что у нас? Улучшить стену. Улучшить стену до третьего. Улучшаем даром. Улучшить виллу до четвертого. Понятно. Вы можете использовать ускорение. Ну да, не ускорение. Я говорю, использовать. Даром. О, кто-то приехал. А, это типа стрельба. Босс, ваша сила стала еще внушительнее. Все больше и больше бойцов хотят присоединиться. Я тоже хочу поздравить вас, поэтому привела из границы классную тачку. Босс Морони опять нашел себе глупых ребят, сумме сможет покажет нас, насколько мы крушительны.
Центр безопасности. Наша игрушка уже готова, что мне кажется. Построить гранат. Босс, каждый раз при улучшении вашего уровня вы получаете очки навыков, которые можно использовать. Ну да, которые можно использовать, типа того, улучшение своего героя. Да я понял тебя, да. Ничего здесь интересного нет, изучить все. Лучше, кстати, в экономику все впадает, чтобы быстрее-быстрее все строилось. Потом по неделе все будет строиться, это вообще ужас. Так, головорезов. Улучшить. Все, улучшить головорезов. Все, улучшить лагерь головорезов опять. Я понял тебя. Предметы. Найм строитель на 8 часов. Все, мы теперь еще наняли строителя. Как мне уже, вот эти уже меня добиваете, если честно. Твоей тупости. Построить карго-центр для второго. До четвертого. Давай улучшим до четвертого. Денежный центр до пятого. Все. Короче, ребят, я так и понял, что так и будет улучшить вот эта вот фигня. Давайте, знаете, есть такая карта. Давайте сразу объясню, потому что это бесполезно. Вот карта. Здесь карта, здесь всякие бандюги. Здесь ты с ними не дерешься, ничего особого не делаешь. Вот смотри, например, давай с ними продажные твари. Атакуйте уличные. Перейти. Давай. Вот, перейти. Все, советы, да. Мы сейчас идем атака. Смотрите, как происходит здесь атака. Он будет бежать. 40 секунд. Вот. Он сейчас будет играть с продажными копами. Ну, точнее, биться. Как он будет биться, ты все равно босс изменит ваше имя и заново представит членом. Пускай. Мне пофиг вообще, что он там меняет. Здесь нету визуального битвы, здесь просто ты бежишь, как-то стреляешь и убегаешь. Здесь, ну, по факту, здесь ничего нового. Распиарено, как будто из тюрьмы какой-то бежишь, что ты делаешь. По факту это не то, вообще не так и вообще капец. Зачем нужно было... Вот они. Вот, все. Вот, победа, игнорируется. У меня Морони какой-то фигарит. Все, назад пробегай, их убили. Все, ты получил награду. Ничего такого интересного в ней нет. Если, конечно, хотите, пожалуйста, первый раз видите РТС, хотя я мог посоветовал другие нормальные РТС, то качайте, играйте, но на этом все. Мой обзор закончен. Интересного здесь ничего нету. С вами был Швили, до новых встреч, пока.